Так, ну что, заключительная часть нашего Якуи. Так, билд. Надо собрать. Потому что там босс у нас биометрический, биологический. Так, урон взмаха. Потому что этот... мне не хватит. Бечес. Ну что, смысл со стоковым? Еще и с боссом 80 уровня, какого он там будет. Костяные этот оставь. Эти голову оставь и эти оставь. Да, пойдем проверим. Мне кажется, что такое ведь получится, потому что босс стоков. Вот это задание осталось, и это задание осталось. А, и адмирал еще. Адмирал еще тут задание. Выжившие при взрыве термоядерной бомбы. Облученный костяной кашалот. Подскатит корол. Нихера он какой громадный, он сотого уровня. По данным моих осведомленных источников, Китай использует этих кислородов для того, чтобы затянуть нас в тайваньский конфликт. Косатка! Чуть-чуть.
Кривая косатка тут. Сука. Картина становится все яснее. Вершины хотят уничтожить всех нас, чтобы затем оккупировать США. Фекальный аромат этого кишечного вещества клонит. Только отсюда. Дайте покушать. Тут не одна. Все, я убил одного. Так, теперь сюда и на адмирала. Ну что там по времени? 7 минут. И не давай сразу на адмирала. Это потом. Давай. Все равно, видишь, бьют на кость, да? Надо, наверное, всю кость ставить. А у меня плавник, радиация... Эти ППКам радиация дают. Чего-то там, короче. Инопланетные владыки опасаются разоблачений, и поэтому они решили отомстить. Мать блудницы разврата Барбара Терранова. Из-под маски человек выглядывает своими дикопсицами глазами таракан рулевод. Уводя шпала, называет корабль кораблем смерть. Сзади. У него пушка, да. Опа.
черепашку. Летят боевые вертолеты, да, черт, ясно. Не встречал такой метрики с тех пор, как Бэйб Линкельман пытался поймать щуку в северо-западном Онтарио. Чё, ты щуку хотел поймать? Вот этот билд под вояк нормальный. Вот под Кашимото, я думаю, лучше стоит брать этого. Как его? Полностью костяной билд, полностью, да. С уроном и на... чтобы меньше урона получать. Ну, я имею в виду урон, ты больше будешь наносить, а по тебе меньше. Ну, и вот это, да. У меня последний квест остался, я сейчас его пройду, чтобы помаячиться. Лишь три квеста. Остаться у власти. Что он тут посол? Послушайте, да, я утверждал, что все от Перл Харбора до затопления Лузитании было инсценировкой. Но это не инсценировка. Не инсценировка. Все, больше здесь ничего не будет. Правда, еще вот эти хреновины, три штуки надо найти, но я его уже сам потом пройду. Все. DLC пройдено по факту получается. Ладно, я ушел. Сука, я 12-13 минут даю это последние три квеста ушло. Я думаю, будет больше, особенно с кошелотом. Ульта, правда, помогла, а так нормально все. Ну ладно, я ушел, короче. Подписывайтесь на канал. Ну, смысл это говорить, да и хрен не подписывайтесь. Только ливайте. Ладно, бесполезно говорить, я ушел.